прибыла пожарная гвардия. Е-мое. Сейчас будут тушить. Подоспели бравые пожарные, ребята. Будут нас спасать. Фух. Наконец-то. Все поливает уже, все отлично. Фух. Не надо, ребята, разбрасывать стеклянные бутылки в лесу. Вот что бывает по весне. Солнышко припекает, трава загорается. Потом выгорают целые деревни. Детишки на жизнь. Фух, все. Тушили своими руками сначала, минут 30, наверное, 40. Все, рыжики тут мы уже в этом году не пособираем, походу. Берегите лес, друзья. Лес – это наше богатство. Фух. Короче, отстояли деревню. Фух. Ё-моё. ЗИЛ-131 рулит, парни. Вот так вот. Ну все, на этом будем заканчивать. Тушение пожара прошло успешно. Все живы, здоровы, слава богу. Фух. Спасибо нашему доблестному МЧС и местным жителям. Фух. Ну и нам, конечно. Все, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал.